Советская ГРЭС, вот, вырабатывает электричество на Калужскую, Московскую, Тульской области. На Черепецком водохранилище. Черепецкое водохранилище создали специально для нее, чтобы охлаждать там все. Она работает на угле. Уголь топит, вырабатывает пар, и этот пар турбину двигает турбину, и там магниты такие, короче, стоят. И они вырабатывают электричество, я читал. Черепецкая ГРЭС. Поселки старые такие, дома. А, снимай, не выключай, здесь осталось метров. Сейчас, сложила и вышла. Еще красивый домик взяли. Новостройки такие, да, вот один и второй. Как-то вот так вот все здесь. Сложили и вычли.